недооцененный плод. Сливовое варенье, компот, шоколадные тарты со сливами и мясные блюда с интригующей ноткой могут стать изюминкой на любом праздничном столе. В сегодняшней аудиостатье вы узнаете, как из косточки сливы вырастет свое дерево, какие методы ухода подходят для молодой сливы. Косточка сливы богата всеми микроэлементами, необходимыми для беспроблемного укоренения. Можно взять любую, которая приглянулась по вкусу, очистить от мякоти, промыть и подготовить к посадке. Как подготовить косточку сливы к посадке? Очистить от сливовой мякоти, оставить сушиться на подоконнике на 2 дня, расколоть косточку, не повреждая сердцевины, вынуть семя и посадить в землю. Условия для проращивания косточки сливы на дерево. Справившись с первым этапом посадкой косточки сливы, рассмотрим, какие условия для ухода нужны, чтобы она проросла. Почвенную смесь постоянно увлажняет, но не перенасыщает влагой. Обильно политая земля может стать отличной средой для загнивания косточки сливы или развития грибковых болезней. После каждого увлажнения рыхлите почвенную смесь. Провести стратификацию можно как на косточке, так и в почве. Поставьте почвенную смесь в холодильник, температура плюс 3-4 градуса тепла, и 5 месяцев стратифицируйте посадку. Пересадка в открытый грунт проводится в мае после прогревания почвы. Подготовка к пересадке рассады сливы в грунт. Как только появятся всходы и почва на участке прогреется, можно готовить рассаду сливы к посадке в открытый грунт. Выньте ее из холодильника, подготовьте почвенную смесь к посадке и выращиванию дерева. Не оставляйте долго без прохладного места, лучше пересадить сразу из холодильника в сад. Место посадки. Открытое солнечное наличие большой зоны для посадки. Может закрываться на зиму, не промерзает и не опускается до 0 градусов. Перед пересадкой проросших косточек сливы на дерево подготовьте почвенную смесь. Очистите участок от растений и сорняков, перекопайте землю и добавьте питательные компоненты. Чем удобрить участок для посадки сливы? Суперфосфат 50 грамм, перегной 3 килограмма, калийная соль 50 грамм, площадь 1 метр квадратный. Перекопайте снова перед посадкой удобрения участок на 40 сантиметров. Высаживайте проросшие косточки сливы в саду на 7 сантиметров вглубь, соблюдая расстояние между посевами до 5 метров. Корневая система должна иметь место для разрастания. Заранее выкопайте лунки по периметру, поместите проросшие косточки, присыпьте питательной землей и закройте доверху. Сразу же полейте ваши сливы, чтобы вырастить дерево. Почвенная смесь не должна засыхать, иначе корешки отомрут. Через 2 года сформируется молодое деревце, а через 5 лет вы можете получить почти что полноценное растение. Прошедшее путь от косточки сливы до дерева. Плодоносит слива начинает примерно на 4-й год, но зависит это от приспособленности почвы и погодных условий к развитию сливового дерева и качества посевного материала. Присылайте фото посаженных слив на вашем участке. Делитесь опытом, как вы проращивали сливы из косточки. Ждем ваших комментариев.